Привет, друзья! Сегодня приготовим закуску за 5 минут. Все быстро, но очень вкусно. Такие бутерброды можно подавать не только на праздник, но и готовить каждый день. Уж очень они быстро готовятся из доступных продуктов. Подписывайтесь на мой канал и будем готовить вместе! Берем луковицу небольшого размера, нарезаем очень мелко. Добавляем немножко сахара, яблочный уксус 3 столовые ложки и оставляем на 10 минут. Теперь берем одну баночку сардин, выкладываем в миску и разминаем вилочкой. Отварные яйца 3 штуки натираем на терке. Добавляем лук. Плавленый сыр натираем. Если плохо натирается, отправьте его в морозилку на 15 минут. 2 столовые ложки майонеза добавляем и хорошо перемешиваем. Закуску можно положить в контейнер и отправить в холодильник. Это для бутербродов. Достаем, намазываем на хлебушек и украшаем. Это отличная закуска на праздник. Закуска номер 2. Готовится все элементарно и просто. Сыр плавленый также натираем. Сюда же отправляем чеснок. Добавляем майонез, по желанию перчим, солим и хорошо перемешиваем. Это очень вкусно! Такие бутерброды – настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки. Готовьте и удивляйте своих родных вкусными и интересными идеями. На сегодня с вами прощаюсь, до новых встреч и скоро увидимся. Пока-пока!